Здравствуйте! В эфире программа «Бизнес-сфера», в студии Диана Лалиева. С момента нашей последней встречи две недели назад ситуация в российской и мировой экономике резко изменилась на фоне проведения России специальной военной операции на Украине. Санкции, падение курса рубля, приостановка деятельности крупных иностранных компаний в стране, новости из сферы экономики поступают буквально каждую минуту. Выделю основные за последнее время. Стремительный рост цены на газ на европейском рынке стал последствием отказа от «Северного потока-2». Москва жалеет, что проект стал жертвой увязки политики и экономики, заявил в интервью РИА Новости директор Департамента экономического сотрудничества МИД России Дмитрий Беречевский. Неизбежные последствия отказа от «Северного потока-2» мы уже видим в виде стремительного роста цены на газ на европейском рынке, отметил дипломат. Центральный банк Российской Федерации вместе с правительством разработали меры для поддержки малого и среднего предпринимательства в кризисное время. Бизнес получит оборотные кредиты на срок до года. Для малого бизнеса ставка составит до 15% годовых, среднее предприятие – до 13,5%. Объем кредитования составит 340 миллиардов рублей, срок действия программы – до 30 декабря 2022 года, говорится в сообщении регулятора. Президент России Владимир Путин объявил, что с 1 апреля в России будет введена новая выплата семьям с детьми от 8 до 16 лет. Первые выплаты поступят в мае, их размер пока не уточняется. Также он напомнил, что в стране уже действуют ежемесячные выплаты для беременных и семей с невысокими доходами с детьми в возрасте до 7 лет включительно. Кроме того, помощь получают одинокие родители, которые воспитывают детей в возрасте от 8 до 16 лет. США запрещают импорт энергоносителей из России. Об этом заявил президент Джо Байден, передает ТАСС. По его словам, при этом американская сторона понимает, что союзники в Европе не смогут присоединиться к запрету на импорт. Байден также предупредил, что цены на бензин в стране продолжат расти из-за введенных в отношении России ограничений. Чат-бот по контролю цен запустили в Северной Осетии. Об этом сообщили в пресс-службе главы и правительства республики. Центр управления регионом стал получать обращения с вопросом о росте цен на продукты питания и средства гигиены. Для оперативного и эффективного анализа ситуации Министерство экономического развития Северной Осетии совместно с ЦУР запустили в работу чат-бот в Телеграм для сбора обращений, говорится в сообщении. В чате жители республики могут оставить обращение с указанием точки продажи, где замечен резкий рост цен. По каждому сообщению будет проведена проверка на обоснованность повышения стоимости. Если факт подтвердится, данные направят в антимонопольную службу. Президент Владимир Путин подписал закон, предусматривающий меры поддержки в экономической и социальной сфере с целью стабилизации экономической ситуации. Документ подразумевает меры помощи россиянам и бизнесу в условиях иностранных санкций. Меры коснутся пенсионной сферы. Правительство сможет проводить дополнительную индексацию страховых пенсий, пенсионного коэффициента и доплаты к пенсиям. Изменится порядок установления прожиточного минимума и минимального размера оплаты труда. Граждане и представители малого и среднего бизнеса получат право на кредитные каникулы в случае, если кредитный договор был заключен до 1 марта 2022 года. С просьбой об отсрочке они могут обратиться к кредитору до 30 сентября. В рамках поддержки малого и среднего бизнеса до 31 декабря 2022 года не будут осуществляться плановые проверки предприятий. О том, как бизнесу выжить в период экономической нестабильности, мы поговорим с нашим гостем. У нас в студии соучредитель ООО «Карагро», Бесланский пищекомбинат Руслан Леков. Здравствуйте, Руслан. Скажите, пожалуйста, какие меры поддержки необходимо получить сегодня для того, чтобы продолжить работу производства, как и прежде? Все прекрасно, и там бизнес-сообщество понимает, и там от предпринимателя до там врача и учителя все прекрасно понимают, в каких условиях сегодня живет наша страна и находится страна уже на протяжении там недели. И сегодня даже вот заявление президента было, который сказал, что санкции, которые объявили нашей стране, это по сути война, объявление войны. Но экономической войны. По сути, мы находимся в таком военном положении, и бизнес адаптируется к этому. Адаптируется, понимая, что резервов, да, для поддержания бизнеса
ну, в первую очередь предприниматель должен рассчитывать на собственные резервы. И если он не справляется, то это, ну, такой в крайнем случае, он должен обратиться или обозначить свои проблемы, ну, государству. Спекулировать этим нельзя. Вот сейчас, грубо говоря, каждый предприниматель должен показать свое лицо. Если мы сейчас будем говорить о том, что бизнес находится в крайне сложном положении, то тогда, как вам сказать, в каком положении находятся там солдаты на передовой, да, там, они еще в более сложном положении. Поэтому спекулировать, да, вот этими моментами, когда вот страна находится в очень сложном положении, и спекулировать тем, что нам тяжело, это последнее дело. И здесь даже мы сейчас видим достаточно нестабильный рынок цен. Очень серьезная волатильность на рынке цен. Мы видим там всплески цены на сахар, да, и мы видим всплески цены, допустим, на такой же позиции, как гречка. И я глубоко уверен, что это не импортные позиции. Это недобросовестность предпринимателей, да, производителей того же сахара и производителей той же гречки, которые пытаются, как сказать, сыграть на ситуации. И, да, заработать. И заработать. Это, ну, сопоставимо, наверное, не знаю, с мародерством каким-то. И здесь каждый предприниматель, который сегодня работает на рынке, он должен показать, ну, уровень своей порядочности. И вот здесь, грубо говоря, просьба государства мониторить это. Потому что от, грубо говоря, непорядочности или от жадности некоторых предпринимателей складывается очень негативное мнение в общем о бизнесе. Но не объективно. Оно не так. Поэтому мы должны очень четко понимать, что бизнесу непросто, но ему гораздо легче, чем солдату на передовой. И те экономические санкции, которые сегодня действуют, они, ну, достаточно в короткий период. Мы их еще не поняли, не ощутили. Мы понимаем, что будет сложно, мы к ним готовимся. Но скоропостижно таких решений каких-то, я думаю, ну, спешить не стоит, мы не предпринимаем. Мы пока просто смотрим, наблюдаем и готовимся, грубо говоря, к такому максимально негативному сценарию. А вот те меры поддержки, которые правительство оказывает сегодня, как вы считаете, насколько они действенны? Смотрите, вот сегодня из того, что мы знаем, просто из телевизора, что было объявлено мораторий на проверки, было объявлено, ну, сейчас внесен такой закон о том, что каникулы кредитные на полгода предоставить. Они еще не предоставлены, но, по крайней мере, такая инициатива последовала. До практической реализации эти инициативы еще не дошли. Но я думаю, правительство республики, правительство России, оно тоже сейчас оценивает ситуацию общую на рынке и готовит, да, механику какую-то в отношении поддержки. Да. Форма поддержки, которая это будет, пока непонятна нам, потому что, ну, вливание в экономику, ну, сомневаюсь, что сейчас есть такие возможности, потому что мы видим, в каком положении мы находимся экономическом. Поэтому какие будут другие формы, может быть, вот как было сказано до этого, будет какая-то административная поддержка. Я пока, ну, оценить это не, ну, тяжело. Важно сказать, что мы будем находиться в новом рынке. Рынок, грубо говоря, будет чистый от импорта. И я вот даже сегодня узнал, что рынок курятины упал, потому что экспорт остановился, вся курица пошла на внутренний рынок, и курятина опустилась в цене. И это позитивно. То же самое, я думаю, ждет многие другие позиции, которые были импортоориентированы, сейчас будут внутриориентированы. Возможно, предпринимателю не так интересно будет, но населению будет интересно. Конечно. Тем более, если уйдут такие гиганты, как американские, европейские, да, вот мы слышим, IKEA закрылась, да, это товар общего потребления, да, там спровоцирует, да, производство. Если вот сейчас мы слышим относительно Кока-Колы, да, вопросы, то, ну, представляете, там, наверное, самая потребляемая вода, да, это Кока-Кола. И с каким воодушевлением люди, да, которые производят воду в той же Осетии, воспримут это все-таки на полке, что-то заместит, да, эту продукцию. И здесь пока еще тяжело оценить позитивный и негативный сценарий. Просто нужно
подождать, переждать и как бы рынок себя покажет, он все-таки живой организм. И после уже ориентироваться. Да. Ваше предприятие смогло выжить в период пандемии, однако на горизонте новые препятствия. Вот к каким сложностям вы готовитесь? 21 год, мы вот я помню, когда он заканчивался, мы говорили вот там на таком узком корпоративе, что это самый жуткий год. Однако... Слава Богу, что он закончился. Там из пандемии в пандемию, там проблема с урожайностью, наводнения, эти дожди. Жуткая проблема была с урожайностью. И мы так радовались, что 21 год закончится, и такой надежды ждали 22-й. Но сейчас 22-й год, предприниматель к нему закаленный подошел. Он прошел 21 год, закалился, и 22-й год, ну, грубо говоря, еще одна сложность. Которую нужно преодолеть. Да, которую надо постараться преодолеть. И здесь мы понимаем, что сложности будут. Мы понимаем, что, возможно, будет определенная инфляция по разным позициям, потому что будет идет пересчет себестоимости продукции. Были вещи, вот, ну, я условно говоря, о нашем бизнесе консервации. Вот у нас, если вы знаете, вот банка закручивается крышкой. Конечно. Твист. И вот этот твист, она вся жесть, она импортная. То есть в России крышки производят, но жесть, она вся в условных единицах исчислялась, которая была привязана к евро. И, соответственно, эта крышка взлетела в цене, она стала дороже банки. Но мы буквально сегодня зашли на склад и вытащили станок, который еще 86-го года за винтовую крышку вот это делал, эско так называемую крышку, которую открывалкой надо открывать. Включили, работает как калашников. И я к чему говорю, что ну, сейчас у нас импортное закаточное оборудование, и мы в таком сложном моменте были для себя, что мало того, что жесть подорожала, евро подорожал, они еще курс евро выставляют ну, для перестраховки выше, чем ЦБ, производители. И мы понимаем, что если сейчас мы не уложимся вот в этот горизонт, то мы перейдем на СКО. Возможно, это будет менее удобно, но я думаю, оно будет менее бюджетно. И для потребителя, я думаю, определяющее будет неудобство, а цена. А цена. Какой штат сотрудников и грозит ли возможно сокращение? Пока мы не идем на сокращение. Мы стараемся и будем стараться максимально оттянуть этот момент. Сейчас свыше 40 человек штат компании. И пока ни один человек не сокращен. Более того, мы постарались проиндексировать зарплаты, потому что вот этот ажиотажный спрос, и вот последняя зарплата, которая была выдана, она была чуть-чуть увеличена. На 10% мы увеличили оклад, чтобы просто ну, людей чуть-чуть успокоить. А так, это, я же говорю, просто буквально какое-то время пройдет, все устаканится, мы просто оглянемся, и неизвестно, в каком рынке мы будем находиться. Возможно, наш сегмент бизнеса, наше производство будет настолько востребовано, что нам рук будет не хватать. И, возможно, это будет не сокращение, а увеличение штата. Поэтому пока нам надо просто осмотреться. Переждать. Да, переждать. Вот смотрите, вопрос такой болезненный, но все же, как вы считаете, будет дефицит продуктов? Я твердо убежден, что дефицита продуктов не будет. Не будет, потому что мы, может быть, утратим да, какие-то такие позиции, как там, условно говоря, ну, импортные, да, или они будут высокой цены, да, там какие-нибудь ананасы или бананы, да, которые достаточно завязаны на валюту. Они могут быть выпадут, но в основном, как я уже говорю, Россия очень много сельскохозяйственной продукции экспортирует, выводит за границу. Часть мы, конечно, возим, но товары, грубо говоря, такого повседневного потребления, такие как пшеница, да, хлеб, мы больше вывозим, чем возим. И я убежден, что, в принципе, дефицита продукции не будет, если мы просто успокоимся и не будем, грубо говоря, сметать с полок все. Если мы не будем в панике скупать весь сахар, всю гречку, там, тушенку какую-нибудь, все консервы не будем сметать, и там эти погребы забивать, то на всех все хватит. А расскажите просто подробнее, за время работы какую государственную поддержку вы получали? Мы работаем в области сельского хозяйства. Это переработка овощей и фруктов. Ну, считаемся одними из крупнейших. Бесланский пищекомбинат один из крупнейших. Ну, наверное, крупнейший переработчик фрукто-овощной продукции. И мы, конечно, взаимодействуем достаточно тесно с Министерством сельского хозяйства.
нынешний министр Казбек Тутразович Вазиев, он не раз был на нашем предприятии. Грубо говоря, я даже вчера звонил его, беспокоил по вопросу сахара, но сейчас консервация черемши идет, и сахар необходим был, да, потому что в рассол добавляю не только там соль, но и сахар, да. И буквально в течение дня этот вопрос решился, потому что человек имеет большое влияние и в соседних республиках, и мы сахар нашли. То есть по любому такому вопросу мы, конечно, имеем плотное взаимоотношение с руководством сельского хозяйства республики. И, конечно, были нам оказаны финансовые поддержки. Мы, по-моему, в 2018 году, я помню, участвовали в компании, получали грант «Агростартап». На этом мы закупали сельхозтехнику, трактора, там, капельный полив. Мы выращиваем самостоятельно себе овощи. И это была достаточно очень такая ощутимая поддержка, потому что это финансово емкое было направление, которое полностью на себя взяла Министерство сельского хозяйства. И такая форма поддержки, она бывает практически ежегодно со стороны Минсельхоза. Вот. Поэтому также нам со стороны Минэка по линии фонда микрофинансирования всегда не хватает оборотных средств, всегда денег мало, всегда нам нужны бывают денег. И вот по линии Минэка, фонд микрофинансирования, мы часто прибегаем к их услугам, мы кредитуемся у них. Это очень годная и комфортная ставка. И она нам часто помогает. Часто помогает, потому что такой короткий, но достаточно, по-моему, до 5 миллионов сумма кредита бывает. Вот в какой-то момент нам не хватает, они всегда нам помогают. И это тоже достаточно действенная поддержка. Без этой поддержки было бы очень... сколько наименований продукции у вас сегодня? 32. Уже открыли 5 складов оптово-розничных по реализации овощей и фруктов. Один из этих складов находится в Кабардино-Балкарии. Мы единственные сетины, которые овощи продают кабардинцам. Все остальные у кабардинцев покупают. А мы кабардинцам овощи продаем. Мы открыли в Нарткале один из своих складов. И достаточно уже успешно в течение 2-3 месяцев мы занимаемся реализацией в Кабарде фруктов и овощей. Почему у нас это получается? Потому что мы занимаемся переработкой, мы сажаем сами для себя, нам под нас сажают. И мы даем максимально бюджетную цену. А вот внутренний рынок, какие прогнозы вы можете дать? Стоит ожидать чего-то хорошего? Или все же? Россия – страна, которая в состоянии себя самообеспечить. Она абсолютно самодостаточна в области продовольствия. Самый важный ресурс в относительно продовольствия – это земля. У России нет ничего, кроме земли. Да, другой, один из важнейших ресурсов – это энергетика, да, там, солярка, условно говоря. У России этого тоже полно. Но не будем мы есть там голландский Sound F1 огурчик, да, там, но будем есть Машу, российская селекция огурчик, да, ну, не будем мы там Хайнц помидор кушать, да, сливку, но будем нашу обычную сливку кушать. То есть я абсолютно не вижу никакой катастрофы надвигающейся. Я понимаю, что бизнес сейчас в очень сложных условиях, но бизнес адаптируется. Что ж, Руслан, будем верить и ожидать только лучшего. Спасибо за то, что пришли к нам, уделили Спасибо. Время и ответили на наши вопросы. Сегодня перед многими жителями России остро встал финансовый вопрос. Как сохранить накопленные средства? Покупать иностранную валюту, вкладываться в недвижимость или хранить деньги в банке? Экономист Батрас Бидаров расскажет подробнее о том, как сегодня инвестировать в сбережения с минимальными рисками. На наш взгляд, лучше всего сейчас присматриваться к ценным бумагам, которые будут доступны после открытия Московской биржи. Объясню почему. Те, кто предпочитают недвижимость, наверное, немного уже опоздали со своими вложениями. Учитывая скачок инфляции, который произошел и прогнозируется в ближайшем будущем, покупка недвижимости считается, на мой взгляд, достаточно рисковым, потому что может произойти переоценка в обратную сторону. Что касается ценных бумаг, есть тоже разного уровня надежности. Это в первую очередь облигации федерального займа, выплаты по которым гарантированы государством.
Они сейчас торгуются ниже своей стоимости номинальной, но на перспективу полутора лет, года полутора, ожидаем, что доходность превысит инфляцию, так скажем, и удастся инвесторам сберечь и, может быть, даже немного заработать. Что касается акций, если не вдаваясь в подробности, то российские акции, экспортеры сейчас смотрятся достаточно интересно. Ожидается поддержка от государства в лице Центрального банка или планируется выкуп ряда бумаг. Также они платят дивиденды. И учитывая, опять же, инфляционную составляющую, то дивиденды способны покрыть вот эту разницу инфляционную. И в перспективе того, также полутора лет примерно принести ощутимую прибыль. Также можно ознакомиться на сайте ЦБ с компаниями, которыми стоит доверять и которым не стоит доверять, и через них осуществлять уже инвестиции свои. Что касается вложений в доллары или евро или в какую-то другую валюту, наверное, уже поздно. На наш взгляд, сейчас стоит уже сохранить накопления в той валюте, в которой они есть. Повышение ставки Центробанка до 20% годовых вызвало множество вопросов и беспокойств. В первую очередь волнуются граждане, которые планируют приобрести либо уже взяли жилье с использованием ипотечного кредита. Как курс доллара и введенные санкции отразятся на стоимости строительных материалов и, соответственно, квадратных метров? Что ждет рынок недвижимости? Свои прогнозы строит мой коллега Сергей Ярин в рубрике «Метр в квадрате». Сергей, здравствуйте. Ситуация непростая. Рынок уже отреагировал на изменения экономической ситуации. Здравствуйте, Диан. В действительности, Совет директоров Банка России принял решение повысить с 28 февраля 2022 года ключевую ставку с 9,5% до 20% годовых. В Центробанке прокомментировали, что повышение ключевой ставки позволит обеспечить увеличение депозитных ставок до уровней, необходимых, чтобы компенсировать возросшие девальвационные и инфляционные риски, а также это позволит поддержать финансовую и ценовую стабильность и защитить сбережения граждан от обесценивания. Необходимо отметить, что это не единичный случай резкого поднятия ключевой ставки. Ранее аналогичная ситуация происходила в 2003 и 2014 годах с последующим постепенным понижением до рекордно низких значений. Что ж, теперь давайте поговорим о текущих условиях по ипотеке. Итак, для тех, кто уже купил жилье с использованием ипотечных средств, условия по кредитным договорам не меняются. Теперь внимание! Для тех, кто уже оформил ипотеку, но не оформил еще сделку купли-продажи и не подписал кредитный договор, срок на подбор жилья сократился. Изменения по срокам необходимо уточнять в банке. К примеру, Сбербанк ограничил время на подбор жилья до 27 марта. Ипотечная ставка для граждан, попадающих в данную группу, сохраняется прежняя. Ставка для вновь оформляемых ипотечных кредитов в рамках льготных государственных программ пока не изменилась и составляет от 4,7% годовых. При этом по стандартным программам ставка возросла до 19% и, по оценкам экспертов, скорее всего, продолжит расти до значения 25% годовых. Замечу, что срок подбора жилья для данной категории клиентов банка сократился с 3 до 1 месяца. Очевидно, для многих семей сегодняшняя ставка станет неподъемной. И, как мне кажется, в ближайшее время количество выданных ипотечных кредитов несколько сократится. Что касается военной ипотеки, кредитные ставки в различных банках разнятся. Некоторые банки уже изменили условия до обозначенных выше значений, но при этом во многих еще сохраняются прежние условия, действовавшие до повышения ключевой ставки Центробанка. Что касается вопроса стоимости строительных материалов и цен на рынке недвижимости на фоне введенных санкций и падения курса рубля, исходя из своего опыта, могу сказать следующее. Практически все материалы, используемые для строительства многоквартирных домов в нашем регионе, отечественного производства. Скачкообразных изменений в цене на данные материалы не происходило. Стоит отметить, что процентов на 10-15 подросли за последнее время в цене кирпич и арматура, но при этом общее значение роста цен на строительные материалы не превысило 9% с момента изменения курса рубля. А учитывая, что в большинстве случаев застройщик заблаговременно запасается дорогостоящими материалами для строительства, то не стоит опасаться скачкообразного повышения цен на квадратные метры в строящихся домах. Отмечу, что речь идет именно о строительных, а не об отделочных материалах. Итак, ситуация на рынке недвижимости, конечно, меняется. Отмечается повышение спроса на квартиры в новостройках. Покупка недвижимости для нашего населения всегда наиболее надежное вложение средств.
Сергей, скажите, а что бы вы посоветовали собственникам, которые собирались продать свое жилье? Наверное, самое разумное сейчас для собственников вторичного жилья – отложить вопрос продажи своего недвижимого имущества до стабилизации курса рубля. Именно это мы сейчас и наблюдаем на рынке. С вами была рубрика «Метр в квадрате» и ее ведущий Сергей Ярин. Девальвация рубля и санкции серьезно повлияют на российский бизнес. Предпринимателям придется работать в сложных условиях, учитывая введенные ограничения. Они, к слову, прямо или косвенно коснулись всех отраслей экономики. Практически сразу правительство анонсировало пакет мер, направленных на поддержку малого и среднего бизнеса. Сферу IT-технологий выделили особенно. Правительство освободит IT-компании от налога на прибыль на 3 года, а также распространит налоговые льготы на разработчиков приложений для мобильных устройств. Кроме этого, премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что сотрудники IT-компаний смогут оформить льготную ипотеку и получить отсрочку от армии. О том, как предпринимаемые шаги выведут российскую IT-отрасль на качественно новый уровень развития, мы поговорим с нашим гостем. У нас в студии директор Центра практик и проектной работы факультета математики и компьютерных наук СОГУ Александр Нартиков. Александр, здравствуйте. Скажите, пожалуйста, почему сегодня оказывается особое внимание именно этой отрасли? Правительство оказывает колоссальную поддержку IT-специалистов. И с чем это связано? Ну, дело в том, что информационные технологии сегодня являются сквозными технологиями. Это означает, что во всех сферах деятельности человека используются системы информационные и технологии, программы и так далее. Соответственно, если не пользоваться информационными технологиями сегодня, то вы не будете конкурентоспособны. А конкурентоспособность организации или всех вместе взятых, она напрямую влияет на конкурентоспособность страны в целом. И поэтому, на мой взгляд, такое особое внимание сегодня к этой сфере. А как новые экономические условия скажутся на IT-сфере и вообще к чему готовиться? Да, здесь, конечно, сегодня много вопросов, нежели ответов в связи с различными санкциями, с выходом крупных компаний. Но, на мой взгляд, есть в этом всем и плюсы. Ну, во-первых, нет серьезной конкуренции на рынке в виде зарубежных крупных гигантов IT. Это означает, что среда немножко высвободилась, и у компаний российских есть некая свобода, отсутствие зарубежной конкуренции, и они могут развиваться. А учитывая указ, который был подписан несколько дней назад президентом страны, получается, что и есть и преференции в деятельности, в разработке, в распространении, в сопровождении информационных технологий. Вот. И, ну, например, такие как отсрочка от армии, это необычная такая преференция сегодня. Для IT-специалиста. Сегодня, да, для IT-специалиста, работающего в этой сфере. Или, например, кредиты IT-компаниям по ставке, не превышающей 3%. Это тоже сегодня необычная история. Это трехлетние каникулы на налог на прибыль. Сегодня уже говорят о том, что введут обнуление налога НДФЛ для айтишников. То есть я думаю, что все это направлено как раз на стремительное развитие IT-сферы в стране, и это должно все-таки в конечном итоге приводить как раз именно к той конкурентоспособности, о которой говорил. А все ли компании могут претендовать на эти меры поддержки? Это должно быть юрлицо, и это юрлицо должно быть включено в реестр компании. Ну, в принципе, там нет сложностей особых. Как известно, лучшие хакеры родом из России. Однако это не сказывается положительно на IT-отрасли в России. Вот скажите, пожалуйста, готовы ли наши специалисты к новым изменениям? Ну, я бы не сказал, что только российские. Сюда можно включить еще и китайских. Вот. Они тоже в мире признаны
как серьезные специалисты. Возможно, дело в том, что хакеры действуют, ну, скажем так, тайно, обособленно от всего остального, обособленно от системы, в которой они существуют. А компании действуют в некой системе, где действуют законы, какие-то ограничения и так далее. Хакер ведь это в первую очередь IT-специалист, и его уровень как специалиста достаточно высок. Хотя средний возраст там от 16 до 30 лет у хакера. Старшие люди этим не занимаются по большой части. Вот. Но мне кажется, просто должна сформироваться именно отрасль, и тогда большинство из специалистов-одиночек, которые промышляют и незаконными делами, они могут найти себе применение в таком правильном русле. Ведь специалист, хороший специалист, на мой взгляд, это еще не все. Нужна нравственная составляющая, да, чтобы направить свою энергию и знания в позитивное русло. Да. Мне кажется, вот как-то так. А звучали прогнозы, что этой отрасли грозит переизбыток кадров в ближайшем будущем, возможно. На фоне нынешних обстоятельств есть ли такой риск или же наоборот здесь ощущается дефицит? В конце прошлого года я читал аналитику. В России требовалось порядка 300 тысяч специалистов IT-отрасли. И я не думаю, что сейчас какой-то переизбыток наблюдается. Дело в том, что IT-отрасль — крайне динамично развивающаяся сфера, и в ней очень активно появляются новые направления. Если, например, несколько лет назад мы не слышали ничего особо про искусственный интеллект, там, обработку больших данных и так далее, то сегодня, как любят сейчас говорить, хайпуют на этой теме. Очень много различных направлений добавляется с каждым годом. Поэтому какие-то специалисты будут выпадать, ну, а какие-то появляться. Это естественный, мне кажется, процесс в очень динамичной отрасли, ну, и в которой, в принципе, все специалисты не сидят на месте, знаете, как вот выучили в институте что-то и до конца жизни используют свои знания. Приходится каждый день учиться, образовываться, менять какие-то векторы своего развития в зависимости от рынка. Поэтому не думаю. Плюс эта профессия, она-то точная, но она еще и творческая, потому что, ну, не зря называется язык программирования, и программист пишет на языке программирования текст для машины, чтобы она его выполняла. А это значит творческий процесс. Ну и слава богу, сегодня пока машины нас не могут заменить в этом процессе, поэтому, я думаю, спрос будет расти, особенно в отсутствии зарубежных компаний. А какая сфера наиболее перспективна и наиболее востребована сегодня? Возможно, самая высокооплачиваемая? Вы знаете, мне кажется, если ты специалист в актуальных направлениях, их очень много. Если сравнить, вот мы берем медицину, и получается, что есть разные врачи, есть кардиологи, терапевты и так далее, и так далее. Все мы их знаем хорошо. Вот в IT та же самая история. Очень много направлений, очень много специалистов в этих направлениях, различных направлениях. И, на мой взгляд, если ты хороший специалист, то и тебе и платят хорошо. А как вы оцениваете потенциал и конкурентоспособность североосетинских айтишников? Есть яркие представители, возможно, среди ваших студентов? Проекты делятся на три категории. Это проекты образовательные, проекты самостоятельные, студенческие, так называемые стартапы, и коммерческие проекты, за которые компании платят деньги, а мы их платим студентам. Сейчас вот в связи с этой, деятельностью у нас появились очень сильные студенты, третий курс, второй, которые разрабатывают системы для крупных питерских IT-компаний, казанских компаний.
Все это есть, необходимо, наверное, уделять внимание эти отрасли в Осетии. Как-то коллаборировать их в какие-то большие проекты. Я думаю, у Осетии есть потенциал стать республикой, в которую вот раньше ездили за водкой, помните? А сейчас за IT-специалистами будут ездить. А вот как на протяжении всего этого времени наша республика поддерживала IT-специалистов? Я работал председателем комитета связи и так далее. Соответственно, от правительства курировал эту отрасль. К сожалению, в мой период комитет был направлен не на развитие отрасли, а на автоматизацию процессов в госорганах. И, в принципе, я не помню такого периода в Осетии, когда этой отрасли уделялось бы особое внимание на региональном уровне. Но сейчас я вижу, я знаю, общался. Сергей Иванович Миняйло уделяет этой отрасли внимание, и какие-то шаги, движения к этому мы видим. Например, Сколково, приезд сюда, например, агентство стратегических инициатив, которое разрабатывало программу развития IT-отрасли в республике. Ну и какие-то другие шаги, которые, я думаю, озвучатся, когда они все реализуются. А как вы считаете, есть ли предел у технологического и IT-развития? Наверное, есть. Когда появится искусственный интеллект, я думаю, это предел и другого развития человеческих отраслей, когда искусственный интеллект в принципе заменит человека. Но это немножко такая фантастическая история. А если говорить о каком-то потолке научного развития в этой сфере или технологического, то есть, конечно, нет. Так же, как и во всех остальных отраслях. Просто мы IT-отрасль двигается вверх стремительнее других отраслей, потому что сегодня основная часть денежных средств обращается именно в этой сфере. И мы это можем заметить, если обратимся к капитализациям IT-компаний на мировом уровне, то мы увидим, что первые компании по капитализации — это компании, связанные с IT-технологиями. А с какими сложностями можно столкнуться, работая в этой сфере? Наверное, их много? В любом случае, это техническая профессия, а во всех технических профессиях база — это математика. И гуманитарию будет сложновато, скажем так. Но если интерес есть, то свою нишу в IT-отрасли можно занять. Что же, Александр, благодарю за то, что пришли к нам в студию и ответили на наши вопросы. Спасибо. Спасибо вам. Искусство ведения бизнеса – это не только получение прибыли, но и риски. Поэтому важно уметь грамотно реагировать на внешние факторы. Вы смотрели программу «Бизнес-сфера». Я прощаюсь с вами до следующего выпуска. Успехов в делах!